Я пока сегодня ехала в машине, заглянула на этикетки, я поняла, что в скором будущем у бабушки Агафьи обязательно появится дедушка. Всем привет, это Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал. Это небольшая коллекция косметики 100 трав, которую я приобрела в фикс-прайсе в 2 захода. Хочется поинтересоваться, почему в городе Ангарск находится 2 фикс-прайса, и часть косметики можно купить в одном магазине, а часть в другом. Это не совсем удобно. Косметика меня заинтересовала, во-первых, потому что она бюджетная, во-вторых, вы видите ее прекрасную, стильную, лаконичную, очень симпатичную упаковку. Я решила, что травник Смельский – это какой-то вымышленный персонаж. Но на самом деле, как бы такой персонаж существовал, он реально существовал, и он был медиком и защитил диссертацию по катаракте. И, в общем, одна из его книг – это именно рецепты трав российских была собрана. Почему я могу сказать, что это очень интересно? Потому что я применила шампунь, скраб для ног, скраб для тела. И я могу сразу сказать, что косметика отличная. На мне она отлично сработала. Она сделана с любовью, реально, и все продумано от упаковки до мыльного пузырька, просто все на отлично. Я, разумеется, пошла искать в интернете, нашла сайт. Разумеется, продуктов существует намного больше. У них существуют и наборы, у них существует где-то в среднем в каждом направлении по 3 продукта. То есть, ну, как бы бренд новый. Они, разумеется, используют такой маркетинговый ход, как вот, как будто бы, сейчас я покажу, вот прямо все тут датируется 1870 годом, доктор Смельский, но, разумеется, как бы бренд существует недавно. Вот, что касается шампуни, а именно активатор роста я выбрала, вот он. Действительно чувствуется ромашка, там есть кора дуба и, в общем, очень-очень много натуральных ингредиентов, которые вы найдете вот на обороте, они здесь отмечены. Я не думаю, что этот бренд как бы по химическому составу какой-то там, я не знаю, убийственный. Скорее всего, в фикс-прайсе они продаются по той причине. Я покажу вам вот, это у нас медовый шампунь, он действительно пахнет медом, и вот здесь медовый гель, он тоже пахнет медом. Вот такая стильная, красивая баночка, я тоже понюхала ее композицию, она просто потрясающе пахнет. В общем, из всей серии вот этот гель я тоже, скраб, вернее, для ног я попробовала, и он мне очень понравился. Нарекания, пожалуй, вот только к фитомаске по аромату. Она такая не совсем приятная для меня. Я вот сейчас ее открою. Ну, все-таки она так более-менее. Посмотрите, какое количество наклеек. Вот здесь состав. То есть все сделано прекрасно. Ну и, разумеется, я оставлю ссылочку на сайт внизу. И, пожалуйста, обратите внимание, потому что действительно бренд классный. Бренд новый. Бренд очень симпатичный. Такая линейка украсит вашу ванную комнату. И вообще, я вам всем советую обратить внимание на этот косметосик. Вот такая линеечка 100 трав. Я пока сегодня ехала в машине, заглянула на этикетки, я поняла, что в скором будущем у бабушки Агафьи обязательно появится дедушка.
такой маркетинговый ход, потому что потом не только бабушка, но и дедушка будут навязывать вам данную косметическую продукцию. Итак, это для тела скраб мусс, хлебный спас, ну и там 7 целебных трав. В общем, ну как бы концепция вся как у бабули Агафьи. Вот такая консистенция, пахнет реально хлебом. Да, очень, очень прикольно. И коробочки достаточно хорошие. Вот, это первое. Вот такая вот даже вообще, знаете, без малого, с намеком там на крутизну. Вот такая бутылочка. Тоже, соответственно, от дедушки. Медовый гель. Я прям даже в магазине его понюхала. Прям вот мед, мед, мед. Вот такой вот прямо мед. Не знаю, попробую, но уже это выглядит достаточно интересно и достаточно качественно по сравнению с той продукцией, вот состав. Кому интересно. Ой, как вкусно пахнет. Вот это пахнет какими-то травами, реально подорожником. Сейчас я покажу вам этикетку. Все тот же 100 трав. Ну и тут, соответственно, все прикольные всякие разные. Так, что тут у нас? Без силиконов и парабенов. Скраб для ног Марьи Ягодницы. Ну, пахнет подорожником. Не знаю ничего насчет Марьи Ягодницы. Обалденно красивая бутылочка. Вот это прямо приковало мое внимание. Тоже то же самое. 100 трав, фитошампунь. Активатор роста указывается с экстрактом ромашки. Ну, это значит, я мимо пробегаю этого шампуня. И у них, кстати, очень качественная крышечка такая. Вот. Вкусно. Вкусно пахнут. У них у всех натуральные, красивые, не химические ароматы. Ну, а потом я сделаю обзор, если вам интересно, на все эти средства. Ну, как-то смотрится это посолиднее, чем обычно. Это я вам сразу. Очень бюджетный, который можно купить в фикс-прайсе в данный момент. Но я думаю, что скоро он заполонит полки всех магазинов в нашей стране. Что приятно, отличная цена, лаконичная, красивая, стильная упаковка. Вот так она выглядит. Это фитогель для душа. Вот здесь вы видите выгравированные буквы. Вот здесь у нас выгравирован 1870 год. В общем, очень здорово. Очень здорово.